Твери в многоквартирных домах со спецсчетами кипит работа по капитальному ремонту. Обновляют фасады, ремонтируют инженерные коммуникации, приводят в порядок подвалы. Наша съемочная группа побывала на объектах, где работы уже близятся к завершению, и увидела, как они выполнены. За помощью в проведении ремонта жители дома в поселке Элеватор обращаются в центр организации капремонта уже не первый раз. Они давно открыли спецсчет и уже отремонтировали крышу. Ремонт сделали даже при том, что жители накопили только часть стоимости. Им предоставили рассрочку платежа. Крышу мы в 2018 году сделали, за 2 года расплатились. И крыша не течет, и все прекрасно. Результат ремонта так понравился жителям, что они уже заранее запланировали следующий этап – ремонт межпанельных швов. Дом продувало насквозь. Сейчас швы уже утеплены, зимой жители не замерзнут. Кроме того, покрасили балконы. Что мы задумывали, что планировали, я доволен, потому что контроль. Я, это самый цокер, осуществляем технический контроль. А это уже другой дом на Пролетарской набережной. Здесь также открыт спецсчет на капитальный ремонт. И тоже силами цокер отремонтирована крыша, заменены окна в подъездах. И вот третий вид капитального ремонта – утепление фасада дома. Здесь все стены на улице, в середине дома, там тепло, а эти люди мерзнут. Раньше не было такой технологии, а те, которые были на других домах, нас не устроили. При ремонте применена современная технология «Шуба плюс». Специалисты сначала утепляют стену минераловатными плитами, потом штукатурят и красят. Теперь яркий фасад дома видно издалека. Когда это получилось, оказалось достаточно интересно. На следующий год мы будем делать ту сторону дома, которая еще у нас не утеплена. У нас еще в идеальном состоянии хорошая кровля. Они нам вставляли окна вот в подъездах. Посмотрите, в каком они в качественном состоянии. Напомним, что центр организации капремонта работает в Твери более 4 лет. И долгосрочное сотрудничество для цокер и жителей многоквартирных домов давно стало нормой. У нас есть примеры домов, которые сделали не просто один капитальный ремонт, а уже накопили, расплатились и накопили за первый капремонт, делали второй капитальный ремонт. И уже есть дома, которые делают третий капитальный ремонт вот за 3 года. Спецсчет позволяет жильцам делать ремонт в доме без очередей по программе капремонта. А именно тогда, когда это необходимо. Ничего.